Первый железнодорожный тур по Сибири стартовал из Омска. Члены семьи участника специальной военной операции, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, журналисты и блогеры. В дебютной туристической группе более 100 человек из 10 регионов страны. Путешественники осмотрели главные достопримечательности Омска. Знаменитый шар Держава, Свято-Никольский казачий и Успенский кафедральный соборы, памятник Ивану Бугальцу. Приняли участие в интерактивной программе в Омской крепости и посетили парк развлечений «Вокруг света». Дальше по плану Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и Иркутск. Тур по городам Сибири займет 8 дней. Омск не просто так появился первый в этом маршруте. Я считал, что начало должно быть прекрасное. Главный исторический центр Сибири – это Омск. Поэтому точку отсчета мы взяли именно сюда.